как готовить артишоки. Вот он дал мне задание все это почистить и ушел опять на своей лодке. Итак, мы режем артишоки, отрезали корень. И дальше нужно очистить все листья. Как я поняла, Мигель, чистим, пока не увидим, что цвет поменялся лепесточек. Как цвет поменялся, я так понимаю, что они уже стали более мягкими, их можно будет есть. Ajá. Bueno, hemos dicho el huevo con harina y en otro plato el pan rallado. Primero se moja en el huevo y después en el pan rallado, otra vez en el huevo y a la sartén. Ajá, vale. У нас сегодня артишоки y баклажаны. Мигель будет жарить их. Si tú lo dices, yo no. Хлебе, это крашеный хлеб, будет как панировка, я так понимаю. И это яйца с мукой, и перед тем, как положить в нее артишоки, нам нужно их просушить. Процесс простой. Кусок артишока. Сначала в яйце с мукой. Потом в сухарях. И потом жарить. Prueba a ver si está bien de... o posible más tiempo. No le debe apuestas. Vaya usted al puerto de Cartagena, al restaurante Buenaventura. Calidad y precio. Con esto tiene igual que con las almendras. Ah. Esto y cerveza, todo. Miguel говорит, que es la mejor закуска que pivo. This is the best tapas for beer. Так что сегодня у нас пиво. Aquí está muy bien. Yeah. Ah. Perfecto. Finito. Tres.